Итак, всем привет, с вами, как обычно, Илья Медведский, я продолжаю проходить игру Тачки новый сезон. Это часть 29, я так понимаю, будет последняя мелодия, последняя серия будет. И я в предыдущей серии опять завис на уровне 6 и не мог пройти мелодию Рамона номер 6 в мини-игру. Вот, 6-7 уровень, и там 2 уровня осталось пройти, и мы закончим. Давайте начнем, хорошо, попробуем. Ой, я гид! Да, вот так надо! Классно танцуешь, Рамон! Музыка, я сверхкультурная машина. Выиграли, хорошо, наконец-то. Ну, давайте попробуем еще один уровень, и мы завершим на этом серию, и мы закончим игру, ура! Нам чуть-чуть остается, давайте попробуем, хорошо. Сохраняем игру. Я надеюсь, эта серия будет короткая, попытаюсь ее сделать. Главное бы не затупить с 7 уровнем, чтобы там не задержались. Чтобы не задержался. Пройти все 7 уровней, чтобы получить наклейку. Сейчас 7 мелодия, и все, и мы попробуем сейчас пройти, попробуем, вот. И все, и мы пройдем игру полностью. Да, полностью. Это Рамон, что ли, там? Не, слишком много дверей. Он живет в своем мире ритма и песен. Да, вот так и надо. Раз, два, три, четыре, а ну быстро на танцпол! Ура! Вы выиграли 11900 очков! Замечательно! Все с первого раза получается. Тут я немного волновался, но все равно. А вот написано, осталось пройти последний уровень салки-догонялки. Подождите, а я что, не прошел еще салки-догонялки? Странно. А, да, давайте мы посмотрим все-таки, все ли я прошел. А то, может быть, и правда, там написано, пройдите еще один уровень. Ну ладно, так, посмотрим. Я горжусь тобой. О, нет. Спасибо, Лиззи. Ах!
Так, ролика про окончание игру пока что нету. Значит, надо еще пройти последний уровень самых дальних. Давайте пройдем все-таки. Я, наверное, пропустил какой-то уровень. Бывает. Я спорбую еще, это не конец. Привет! Классный у вас городок. Сельский такой, но чистенький. У меня просто вылетел какой-то уровень из головы, я просто забыл. Рать, может, забыл уровень. Давайте зайдем к нему чуть хвост, тому что-то и забыли, правда. Посмотрим сейчас. Это, наверное, не конец еще. Надо еще один уровень перейти и все уже, наверное, да? Посмотрим. Кто тут круче всех? Я! Привет, привет! Привет, как дела? Кто тут круче всех? За что? Извини, пожалуйста, я случайно попал. Привет, привет! Итак, салки догонялки номер 9. Я не знаю, проходил, не проходил. По-моему, не проходил, как мне пишет игра. Всего 9 уровней салки догонялки. Хорошо, давайте. Это последний уровень, и мы закончим. Хорошо. Помните, если вас осалили, то теперь ваша очередь догонять. Не забывайте, если ваш противник...